Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Stellaris. В прошлой серии мы подчинили себе одну из самых крупнейших империй на данный момент, ну, после нашей. Это меня, конечно же, радует, но это не приблизило нас к победе, по-моему, ни на шаг. Хотя, может быть, нет, 40% всех планет мы, наверное, должны... именно контролировать 40% всех планет. Вассалы здесь, наверное, не считаются, мне кажется. Но я в этом деле не понимаю, как оно все устроено. Но, в принципе, не страшно. Тут какая-то мелкая инопланетная угроза есть, с которой мы сейчас разберемся. Сейчас мы здесь еще немножечко планет захватим, целых две. И вот тут сектор у нас будет небольшой. Вот, и... это замечательно, я вам скажу. Давайте еще строительные корабли, наверное, отправим куда-то сюда. Построим здесь дополнительные станции червоточин. Я думаю, может быть, даже военные станции. Почему бы нет? Построим на случай, если вдруг случится война, да, с вот какими-то из этих ребят, то мы будем под защитой кое-какой. Вот. И где? Может быть, где-то здесь, вот в этой куче. А у нас тут есть, да? Станция червоточин. Но это не наша станция червоточин, насколько я понимаю, потому что у нас тут как-то странно. А, да, это станция червоточин другой фракции. Так, ну, такое. Я, по-моему, shift не нажал, да? Я shift не нажал. Вот я олень. Давайте этого строителя тогда сюда. И что здесь я строил, да? Военную станцию тоже? Да, военную станцию. Давай, давай, да давай, нажмись, нажмись. О, есть, нажали. Игра, конечно, стала еще больше лагать. И с каждым днем она все больше и больше лагает, к сожалению. Так, надо вывести наших ребят куда-то. Чтобы они немного отдохнули. Наверное, где-то здесь их оставим. Я не знаю, с кем мы будем воевать дальше. Это пока сложный вопрос. Может быть, какое-то время я, может, еще не на запись опять так же поиграю, да? То есть, когда ничего интересного не происходит, когда мирное развитие, просто исследование идет, то я просто могу не на запись поиграть. Сейчас мы посмотрим в итоге, что у нас с этой империей получится, с этими туканами. Вот, зачистим здесь, может, какие-то еще инопланетные угрозы будут, которых я сейчас пока не вижу. Ну, вроде больше нету, да? Вроде нормально, все чисто и спокойно. Так, исследовали обломки, физика, общество, проводники облачной материи. Хорошо, научный кораблик. Давайте посмотрим, куда мы еще можем его отправить. Журнал... обломки 200 200 200 300, я даже не знаю, наверное, сюда мы уже не успеем перейти. О, здесь много обломков, но мы сюда попасть не можем, блин. Но тут мелкая фракция, поэтому эти все обломки скоро исчезнут в любом случае, и я более чем уверен, что там мы ничего интересного не получим. Так, давай сюда. Что-нибудь поисследуем, чтобы не бездельничать, да? А, стоп. Нам нужно было исследовать систему. Я что, shift не нажал? А, я понял. Исследовать систему, давай. Плюс еще, может быть, уже у нас построился колониальный корабль. Да. Который идет колонизировать вот эту планету. Беспонтовая планета, небольшая, но нам это не важно. Так, будет куда хоть немножко влить деньжат. Вот, также еще одного колониста построим здесь же, потому что... так, колониальный кораблик человеческий вот такой. А здесь надо построить, наверное, жилой отсек, и обсерваторию тоже можно бахнуть. Сеть солнечных панелей и все, да? Ой, блин. Ладно. Построить. Улучшение космопорта. Давайте. Здесь хороший космопорт. Полезный.
Все кораблики наши тут пока собираются. Так, ну, все да не все. Один мы можем куда-то сюда пока отправить. Хотя, куда? Вот сюда я хотел отправить. На обороне пусть стоит. Так. Два исследования у нас завершилось. Темп исследования разумный ИИ. Да? Редкая технология, опасная, саморазвивающийся интеллект. Продвигает науку не только так быстро, как объект исследования, но и как субъект. Просто темп исследований модификатор империи. Я думаю, будет интересно. Технология опасная, что, насколько я понимаю, позволит всем роботам восстать. Ну, когда-нибудь, может, со временем, может быть, не сразу, но восстать роботам будет довольно забавно. Давайте какую-то ерунду поизучаем. Тут, в принципе, нам без разницы уже, что изучать. Посмотрим, что с котиками. 169 у нас было. О, смотрите. Пока у нас, наверное, есть пакт о ненападении, то угроза не растет. О, котики вернулись. Ну, наконец-то. Молодцы, котики. Вы лучшие. Я могу вас пригласить в альянс. Отношения неприязнь, разные подходы к войне, отношения, пакт о ненападении. Сравнительная мощность империи уже состоит в альянсе минус 1000. Короче, не можем мы их пригласить в альянс, потому что они уже в альянсе, к сожалению. Так. 228. Угроза уменьшается. Бомбовой террор уменьшается. Но пока тут все хорошо. Исследование завершено. Как там, строительный наш колониальный, точнее, корабль готов? Еще не готов. Так. Давайте научный кораблик отправим сюда что-нибудь поисследовать, какую-то ерунду. Так. И наши... нашу пехоту всю можно куда-то отправить тоже. Я даже не знаю. Давайте всех, короче, сюда. Потому что я пока действительно не знаю, с кем мы будем воевать дальше. Я еще пока не решил. Тут надо хорошенько подумать. Выберем, наверное, какой-то еще один из альянсов. Большой и серьезный, да? И устроим им террор. Террор. Так, хорошо. Мы здесь построили уже форпост. Здесь система колонизируется потихонечку. И самое главное, это станции червоточин. Так, фракции пока давайте закроем. Это тоже закроем. Строительный корабль освободился. Так, смотрим внимательно. Оу, как хорошо, да? У нас вся галактика в наших станциях. Прекрасно, просто прекрасно. Давай, иди отдыхай. Это супер. У нас есть доступ полностью ко всей галактике. Мы как раз без проблем можем даже с котиками повоевать. Можем котиков сделать нашими вассалами быстренько. Но, наверное, не будем пока этого делать. Так, пока нету здесь еще... О, все, колониальный корабль, по-моему, появился, да? Нет? Да? Нет? Ничего не вижу. Нет, еще не появился. Сейчас дождемся. И отправим его куда-нибудь. Ну уже давай. Конечно, игра медленнее значительно начала работать, так по ощущениям, как в этом прям. В... Боже мой. В City Skylines, вот. Я родил. Я смог. Чем дальше, чем всего больше, тем игра медленнее работает даже на максимальной скорости. Я уже молчу про тормоза, про эти постоянные. Так, полетели. Дальше. Так, колонизировать мелкую планету, но нам это не важно. Насколько она мелкая или не очень мелкая. Есть колония. Здесь же колония у нас
истеблишнулась. А? Я добывающую станцию здесь построил. Я ее строил вообще? Добывающую станцию здесь. И тропический мир я колонизировал вообще здесь. Что-то я не помню. Так, смотрим. Колониальный корабль уже сюда прилетел. Так, а куда? Куда? Я что-то не понял тогда. Что мы колонизировали? Только что. Что и где? Что-то я не врубился немного. Выборы. Выборы. Два кандидата. Оба меня устраивают. Просто молодцы. Поэтому мне не важно. Тем более тут доля голосов 99% у одного. Меня это более чем устраивает. Блин, а куда же мы отправили? Мандат нового правителя. Журнал за подробности. Нам нужны мандаты еще выполнять. А ну давайте посмотрим, я совсем забыл об этом. Мандат. Добыча минералов. Добывающие станции на орбитальном... Так, сколько? 4 добывающие станции хотят, чтобы я построил. Все замечательно, мы их-то построим. Но... Так. Но я хотел колонизировать вот эту планету. Я колонизировал что-то другое и сам того не понял. Что я сделал не так? Кто мне подскажет, кто мне расскажет? Исследовать. Кто же мне подскажет? Ладно, в любом случае, строим еще один кораблик. О, тут не скоро он построится. Значит, здесь у нас есть что-то? Нет, только аж где-то океанический мир. На 90% годный. 23 клетки, слушайте, красота какая. Человеческий на 70%. Ну, блин, слушайте, можно, в принципе, колонизировать и этот. Но нужно ли нам? Вот в чем вопрос. Нужны ли нам новые колонии? Или нам, может быть, и так норм вполне? Вот в чем вопрос. Так, колониальный корабль. Терпимость к рабству. Ксенофобы. Коллективисты. Меньше пищи. Энергокредиты. Смена принципов. Ай, давайте без этих сделаем. Типа, и так нормам будет. Так, сколько? Да давайте штуки 3, потом придумаем, куда их отправить. Так-с. Мы давно еще ресурсы не передавали нашему вот этому другу. Дружба. Торговое соглашение. Давайте мы ему дадим единовременный взнос этого. Соглашение об исследованиях тоже. Они чуть-чуть нам, но бонусных исследований дают, так что все норм. Сколько тебе можно? Да, можно дать тебе очень много. 1005, я не знаю, хватит пока тебе, может. 10. Давай, 10 тебе дадим. Мне все равно девать их некуда. Тебе может пригодятся. И половину примерно наших энергокредитов держи. Так, чудесно. Он везде военные станции построил. Во, молодец. О, оборону держит. Красавчик. Он понимает, что я ему буду просто снабжать ресурсами, поэтому и строится. Так. Что у нас дальше? Кто у нас еще тут есть таких
с кем мы враждуем, видят в нас угрозу, наш соперник соперничает с союзниками. Вот негодяй совсем такой. Так. Парам-пам-пам-пам-пам. Куда мы тебя можем? Давай вот сюда, на планетку, наверное. У нас тут планеточка новая появилась, так что давай иди. А, тут же планеточка появилась. Космопорт я еще не построил. Построим со временем. Что дают? О, ускорители масс 10%. Прикольно. Хоть что-то новое. Неожиданно прям даже как-то. Ну, давай уже. Раздупляйся. Есть. Космопорт. Строим. Армии. Нанимаем. Ксеноморфов. Армия. Армия роботов. Давайте мы ксеноморфов тут забодяжим. А, они, кстати, как защитные... Да стоп. А я даже не знаю, они как защитные идут армия или как атакующие. Давайте в любом случае пока что просто оборонительную армию сделаем. Не знаю, насколько это эффективно будет. Так, чистим все квадраты сразу. Пам-пам-пам-пам. Ой, давай уже. Так, что у нас здесь? Список указов. Фермерские субсидии, давай. Это сразу два, отлично. Что дальше? Фермочку гидропонную построим. Андроидов строить не будем. Физика. Ну, слушайте, некоторые исследования, оказывается, есть еще нормальные. Так, строительный корабль. Угу. Здесь оборона есть, и мне кажется, что здесь тоже надо еще построить военную станцию, станция наблюдения наших соседей. Наблюдая... А, тут кто-то живет. Пригодность... это какая у нас планета? Тундра. Тундра непригодна для нашей жизни, к сожалению. Давай военную станцию, Глори. Бахнем-ка тут. Так, пустынный мир. Мы таки колонизировали его. А где это? Стоп, здесь? Пустынный? О, елки-палки. Счастье 30%. Вот в чем была проблема. Я пустынный колонизировал, а не тот, который надо. Я промазал. И думал, что здесь станция этот форпост у меня стоит. Лорд Протектор завершает строительство дополнительных. Получаем немножечко бонусных очков. Короче, беда. Но беда-то не беда на самом деле. В принципе, если мы тут сейчас как-то рокировочку сделаем, то построим что-нибудь. Мы даже здесь можем спокойно жить. И не тужить на самом деле. С нашими-то ресурсами построить памятник. Например, можно терраформировать даже эту. Кстати... Сейчас, как только освободится этот какой-нибудь из наших рабочих, мы даже терраформируем эту планету. И все, и париться не будем. Тем более время у нас не поджимает совершенно. Так что... кстати, что у нас здесь? Пока ничего, да? Мы ничего улучшить не можем. Армии оборонительные... Космопорт. Да, в столице пока все тихо и спокойно. Кто-то войну кому-то объявил. Кстати, давайте мы посмотрим на наших... друзей, которым мы даровали суверенитет. Чем они занимаются? Радушие уже, да? Посольство плюс 100. Все хорошо. Так, протекторат. Мы им предлагали уже протекторат, по-моему, да? Странно, что они отказались. Уровень одобрения минус 12. Как мы еще можем поднять с вами уровень одобрения?
Давайте предложим вам торговое соглашение еще какое-то, может, что еще я могу тебе предложить. По-моему, я и так все, что мог, тебе предложил. На самом деле, передать систему тебе смысла нету никакого. Вот, информация нет, доступ к миграции, в принципе, если предложить, то... партнеру во время действия торгового договора явно не захочет, пакт о ненападении тоже не захочет, исследование тоже не захочет, доступ к миграции, естественно, тоже нет, право прохода, мирного прохода, военного прохода не захочет, строительство, естественно, тоже не захочет. Давайте еще на 10 лет пока посмотрим, может, они примут и что-то из этого повысит еще наши отношения, нет? Нет. Короче... их мы принять не сможем никак. Разве что они поставят у нас свое посольство, но что они, наверное, не сделают совершенно. И это печально. Давайте протекторат им тогда предложим статус. Думают. Вот так вот. Угу. Зато сразу он пошел прирост отношения предложить освободить подданного. Освобождает от статуса нашего подданного. Ну, я даже не знаю. То, что я его освобожу, нам, по-моему, не даст. Ай, давайте попробуем освободить, да? А Валенс сразу. Давай, пока отношения не ухудшились. Оп. Оп, есть? Есть. Член Альянса, успешная ось. Хорошо, вот так вот доверие завоевывается. Нехитрыми махинациями. Так, нас теперь трое. Идем дальше смотреть, кто и что и где. Как у вас? Хуже некуда, неверные твари, подданные. А что? А, по-моему, так и было, да? Как там у нас? 177 месяцев всего-навсего осталось, хорошо. Освобождать вас я, наверное, не буду пока. Угроза 322, пакт о ненападении, тут пока все хорошо. Так, воюют с этими. Продолжается война у них бесконечная. Давайте посмотрим, кому мы еще можем предложить альянс. Мы, конечно, можем создать свою какую-то фракцию, да, и предложить альянс, там, как-то вступить в наш альянс, но я даже не знаю. Освободить, передать кому-то планеты или еще что-нибудь такое сделать там. В союзе звездная коалиция. Ну, остальных у нас остальных фракций отношения с нами хуже некуда, поэтому мне кажется, что больше ни с кем я не смогу. Кстати, смотрите, здесь еще не исследованные миры. Мы можем их тоже захватить. Засушливые. Так, ладно, я хотел... Во-первых, давайте, колониальный корабль у нас где-то построился, вот здесь, по-моему, да? Или еще нет? Вот, есть один. Давай сюда, на вот этот, колонизировать, на тропический мир. Придется сюда ставить. Вот, строительный корабль идет сюда и ставит станцию терраформирования. Тем временем, пока мы здесь строим космопорт. Окей. Дальше. Следующие строители идут в добывающую станцию, научную станцию. Ну и пока вроде бы все здесь. О, смотрите, как тундра, тропики, океанический мирок. Так, ничейная система, да? Это чудесно, с вот такими вот ребятами.
Это было бы интересненько, интересненько. Ну, в принципе, можно будет попробовать что-нибудь колонизировать, какой-нибудь этот мелкий океанический мир, без проблем. Сейчас только надо дождаться нового колонизатора. Так, перемещение на орбите. Давай сюда. Окей. Исследование завершено. О, отлично. Разумный ее темп исследования плюс 10%. Это просто прекрасно. Ну и продолжаем пока что, наверное... О, разумный боевой и... А вот это вот я даже не знаю. Это, наверное, я пока ставить не буду, не буду, не буду, не буду. Облачная молния. 27 тысяч, 90 тысяч. 6 это... Мелкая штуковина такая. Давайте вот это пока изучим. Тему посмотрим, что из этого выйдет. Так. Что еще мы можем полезного здесь сделать? Тропики колонизируются. Этот мир колонизируется. Можно действительно попробовать сюда слетать. Давайте посмотрим, где тут вот незанятый кусочек космоса, неизведанная система. Единственное, что может быть, надо еще боевой кораблик сюда отправить. Может, тут кто-то... Кто-то обитает, какая-то угроза, и поэтому мы ее не можем исследовать полностью. Достаточно, да? Не знаю, посмотрим. Так-с. В принципе, если угроза спадет, да, полностью вся, то у нас будут с ними довольно хорошие отношения. А если мы их потом еще освободим, да, мы сможем быстренько попробовать действительно их в альянс к себе взять. Что будет интересней все же. Попробовать надо будет. Но это надо ждать, пока угроза спадет. А это может затянуться очень и очень надолго. Что мне, конечно же, не совсем нравится. Сгорают горы ресурсов. Так, что у нас здесь? О-о-о! Кристаллики. Так, ты уже прилетел, да? Лети теперь сюда. Я что-то упустил эту систему из вида. Так, хорошо, хорошо. Здесь континентальный мир есть, пригодный для заселения. Мелкий такой, правда, на 9 клеток совсем. Давай ты сначала его изучи. Мы сразу отхватим здесь кусок, и, в принципе, можно даже будет пару форпостов здесь построить в итоге, чтобы расшириться дальше. А мы, наверное, так и сделаем сразу. Так, точнее, о. Форпост, звезда, уже есть какая-то станция, что? Что, что, что? Что ты гонишь? Какая-то станция есть здесь. А, тут кто-то что-то добывает, да. Ну или добывал когда-то, хотя... Не совсем понятно, если честно. Hostile fleet engaged. А это, по-моему, уже чья-то система, да, союзников наших. Ну ладно, тогда нам, в принципе, и не надо будет здесь, наверное, ничего. А, ну можно здесь попробовать построить, да? Тут тихо и спокойно довольно. И потом еще и бахнем эту станцию червоточин. Так, что там наш скучающий военный? Развлекается. Научный корабль давайте сюда отправим. Наверное, быстро прыгнет, да, и мы не успеем тут всех поубивать. А мы тебе просто тогда тактику сейчас изменим. Так, окей, окей, давайте смотреть, что тут, где тут у нас. Ага. В принципе, здесь мы уже все заняли, можно теперь... А, колонизация еще идет, сейчас тогда дождемся полной колонизации. Потом посмотрим, подумаем. Давайте тогда и здесь построим уже, раз на то пошло, военную станцию дополнительную. Так, и станция терраформирования. Давайте посмотрим, как там это работало у нас. Терраформировать, вы... В тропический. Давайте сначала в тропике терраформируем, а потом уже, может быть... А может, потом мы не будем ни во что терраформировать.
Прыжковый пси-двигатель пока что не будем изучать. Лидеров в империи количество давайте повысим. Я лидерами что-то уже и не пользуюсь в последнее время, нам просто не надо. Все слишком просто на данный момент. Уже. Да, нам просто в самом начале повезло. Многие до сих пор жалуются, что, блин, как тебе повезло в начале отхватить столько территории, как тебе повезло с соседями, с мирными. Это да. Я согласен. Повезло. Так. Что у нас тут? Колонизация идет. Давайте мы тогда построим здесь тоже военную станцию. Окей. Космопор давайте пару раз улучшим. Как минимум. Здесь тоже. Construction complete. И тут тоже. Кто-то бездействует. Да и пусть бездействует. Не особо волнует, что там происходит. Так, ну в принципе, на самом деле, можно это все уже в один сектор реорганизовать. В новый нам. Не важно, что здесь происходит, поэтому создать сектор, говорю. Так, 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 так. О, исследование завершено какое-то. Так, так, так. О, все, да? Все. Завершить. Строительный кораблик. Можно куда-то сюда его отправить, может, что-то построить, например. Или я уже строю здесь военную станцию. Нет, здесь я точно ничего не строю. Давайте построим здесь военную станцию. Так. И колонизировать, да. Давай. Как раз последний колониальный кораблик, который у меня есть. Займем вот здесь кусок, тоже неплохой. И, наверное, что? Что мы будем делать? Наверное, надо добить вот эту угасшую империю, я думаю, быстренько. Это нам вообще труда не составит. И единственное, что опять же повысит со всеми угрозу. Что не круто, естественно. Ну, блин. Здоровье корабля, а? Орлиевый завод какой-то. Урон взрывчатого оружия. Армия андроидов открывает доступное для создания поселение синтетик. Искусственный интеллект. Политика любая обладающая... Политика. Любая обладающая самосознанием машина, существующая, соответствующая критериям наличия искусственного интеллекта, должна расцениваться как личность. О, вот это нам надо было изучить, а не и... Наверное, да. Где-то я запорол. Ну ладно, давайте изучаем эту штуку тоже. Я хочу восстание машин в любом случае посмотреть. Это интересно будет. Конденсаторы на кристаллах. Хорошо... Так. Окей. Куда мы тебя еще можем отправить? Вот здесь есть системка, которую можно тоже взять, да? Давай. Пограничный форпост сюда. Хлопнем. А, и вот еще одни у нас есть ребята, у которых... Ух, какая красота! Какая красота! Разумный боевой и... Энергокредиты, так. А. Там что-то не то изучили. Это и после этого, после исследования обломков конденсатора из красных кристаллов, да, у нас получились. Все, теперь исследуй, изучай эту систему всю полностью. Может, здесь что интересного будет. Да, мы построимся. Еще немного. Так, боевой кораблик. Куда можно отправить... Вот этим, ребята, может пойти их и бахнуть там быстренько тоже. У них хорошая система. Я даже не знаю. Можно освободить, да, заставить их освободить эту планету. У них одна как раз планета. И там будет новая фракция, с которой мы попробуем сразу же заключить союз. Добавить их в наш союз. Как раз у нас будет 4 этих... В нашем союзе 4
4 тела и сможем основать федерацию таким образом. Блин, слушайте. Мне нравится такой вариант. Поехали. Мы, наверное, даже две войны, может быть, сразу начнем. Так, где у нас ближайшая станция Червоточин? Вот здесь. Поехали сюда. Да, может быть, сразу все флоты обрушим на них. Обрушим. Даже забирать как бы себе не будем эту систему, нам уже не нужно просто. А вот дополнительные союзники, которые... Я, кстати, не знаю, как у них будет уровень... надо будет посмотреть. А может, они не отдадут просто так эту систему? Короче, сейчас будем думать. Это будет интересно. Тем более, одна планета. Мы ее быстренько бахнем сейчас. Влетим все вместе, и все будет классно. Так. С кем мы еще можем заключить договор о ненападении? Давайте подумаем. С какими фракциями? Посольство. Так. Пакт о ненападении с ними еще есть. С этими тоже еще есть. О, новая аномалия. Не следуй. Чудесно же. 72. Угроза 102. 101. Бомбовой террор. Мы, кстати, сейчас бомбить никого не будем, да? Может, и отношения хуже не станут. Так, ну, надо строительный кораблик сюда тоже отправить. Потому что... Сразу будем... А что там мы построим? Наверное, этот... еще одну станцию Червоточин на всякий случай. Чтобы мы могли через наших союзников летать, куда нам надо будет. Что у этих ребят? О, хуже некуда отношения. Смотрите, трение на границе. В атмосфере планеты обнаружена небольшая действующая колония. Очевидно, она была самодостаточной и состояла из особей различных рас. Вполне возможно, что эта колония была частью социального эксперимента, затеянного несколько веков назад, в результате которого колонисты перебили друг друга. Мы скачали всю информацию, которую... дрейфующая, недействующая колония, которую удалось добыть из местных данных. Ясно. Так, что у них... они и так в альянсе, да? Мы можем им предложить тоже пакт о ненападении, чтобы отношение с ними не портилось. Colony established. Или не надо нам этого, в принципе. Так, кто-то там с кем-то войну начал опять. Молодцы. Воюйте, воюйте. Нам легче будет. Так, колония основана. Давайте посмотрим, что тут у нас. Сразу почистим. 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 И почистим. Победил на выборах кто-то. Отлично. Так. Один из строителей. Давай добывающую станцию сюда. Добывающую научную станцию наблюдения даже можно сюда бахнуть. Отлично. Тут кем-то уже все занято. Добывающие станции. И научные станции. Отлично. Так. Человеческое содружество, тундровый, пустынный мир. Блин, в тундру мы кого-то можем, конечно, загнать. Но, блин, это не то. Не хочу я их расселять. Хороший мирок тоже. В принципе, можно попробовать здесь эту терраформинг тоже бахнуть. Ай, блин, так неудобно все это делать, когда все тормозит. Ну и идем быстренько сейчас бахнем вот этих вот соседей. А еще летят некоторые. Где вы летаете? System survey complete. Еще летят. Что-то долго летят. Так. 7 минералов на этой планете у нас есть.
Давай иди вот это изучай тогда. Окей, и давайте в этом секторе мы сейчас немножечко... Так, управление сектором добавим. Вот эту систему, и в этом секторе мы уменьшим налоги, вообще уберем даже налоги. Добавим сюда кучу энергокредитов, кучу минералов на развитие им, и развитие оставим в специализации по науке. Вот как-то так мы сделаем пока что. Все, пусть себе потихонечку развиваются. Хорошо. Вот. Ну а мы сейчас строительный, да, все готовы. Объявляем войну. Можем только, да, передать. А мы, кстати, можем передать эту планету нашим союзникам каким-то, да? Например, вот этим. Или нет? Просто пока что мне передадим, а потом я их освобожу, наверное, сделаю... Ну, как-то, короче, посмотрим. Пока что нам передаем, выдвинуть требования. Так, да? Да. И стоп. Врываемся. А, еще пока голосую. Да, я совсем забыл. Вот, а теперь врываемся. Все согласились, все молодцы. Ждем. Ждем, ждем. О, открываются врата. И полетели. Первый. Так, ты, может, погоди пока. Подожди, подкрепление немного. О, вон там 29К куда-то летит уже. Ты далеко не улетай. Ладно, полетели. Они по очереди варпаются сюда. Может быть, если мы с разных сторон, с разных станций прыгали, может быть, тогда быстрее бы дело было бы, да, кстати? Об этом я не подумал. А вот далее. А, улетели уже. А, нет, не улетели. Это они... Стоп. Или один флот у них улетел куда-то. Короче, неважно. Может быть, даже сразу армию сюда какую-нибудь отправим. Давайте, дуйте сюда. О, исследование завершилось, хорошо. Что там, количество лидеров, пища, лимит. Неважно. О, они нас, кстати, да, прожимают на самом-то деле своими мелкими корабликами. Просто аннигилируют наши линкоры. Один на один, даже два на один мы бы, наверное, с ними не справились. Нам тут просто повезло. В количестве. Очень повезло в количестве. Так, ну все, дальше летите, развлекайтесь. Я не знаю, у них флот еще есть, по идее, тот, который улетел, да, если я все правильно понимаю. Так, давай станцию червоточин сюда. А, ты правильно как раз. И научный корабль тоже отправим сразу исследовать. У них, может быть, мы получим какие-то интересные исследования как раз. Hostile fleet engaged. Construction complete. Situation log updated. Так, прыжковые пока не будем. Стоимость строительства. Мины, что там? О, прочность щита еще. Берем. Берем, берем, берем. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Угу. Hostile fleet engaged. Situation log. Так, ты пока updated. Погоди. Не влетай туда. Hostile fleet engaged. Чё мы все тупим? Объясните мне, пожалуйста. Hostile fleet engaged.
Situation log updated. Situation log updated. Многообещающий офицер. Отлично. Situation log updated. Давай на орбиту. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Еще один многообещающий офицер. Так. О, 15к. Прилетело непонятно откуда. И почему только 15? Вроде улетало 29. Может, они там с кем-то повоевали, уже успели. Немного из наших союзников, кто их знает. Так. О, еще один линкор у нас. Улетел. Да, ух, вот это его бомбануло там. Настолько-то обломков, это жесть. Это очень хорошо на самом деле, конечно же. Исследовать проект. Давайте по очереди. О, лучший возможный результат. Так, исследовать проект. Исследовать проект. Я пока все не исследую здесь, я не улечу и пока ничего не буду с этими ребятами делать. А вот потом, когда мы уже исследуем все, тогда мы что-нибудь с ними придумаем. Так, исследовать, 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 исследовать. И это надолго. Так. Бомбить даже не пришлось эту планету. И войска высадить я даже не успел. Чё там, чё там? Да, ну стой ты, стой ты, стой ты. Да, боже мой, во. А, физика 45. Ну, в принципе, относительно неплохо так. Так, ну и нам теперь нужно... во-первых, добавить можно сюда губернатора. Эти управляют сектором. Давайте посмотрим какого-нибудь нового губернатора. Здоровье, строительство, прирост опыта. Ну, я знаю. Ладно. Давай, садись сюда. Счастье плюс 2% уже. Список указов пропаганда. Обязательно включаем. И на поверхности мы что-нибудь уберем. Например, можно убрать одну вот такую вот станцию. Мне кажется. Снести. Да, и построить. Давайте посмотрим. Мы, получается, арену виртуальных боев. Плюс 5% счастья всего. Маловато. Нам все-таки нужно построить именно памятник, как обычно. Памятник. 10 счастья. Лучшая тема, которую можно построить здесь. Так. И... 3 еды, в принципе, хватает. 3 еды. Больше потреблять они еду не станут. Может, конечно, меньше производить станут, если счастье упадет. Это да. Такой вариант вполне возможен. Рептилоиды. Способные, сильные, предпочтительный пустынный мир для них. Мы ими могли позаселять тут что-нибудь. Космопорт строим сразу, обязательно. Ну и пока все. Сейчас мы все исследуем это, чтобы ничего не упустить. Давайте посмотрим, кстати, на отношение котиков к нам. Поменялось. А, кстати, можно еще эту систему поисследовать, блин. Ладно. Потом отправим на исследование этой системы, на изучение. Котики, как вы к нам относитесь? Они почуяли угрозу все-таки, несмотря, что был пакт о ненападении. Короче, пакт о ненападении на угрозу не влияет. Просто дает дополнительный бонус к отношениям. Короче, фуфил. Ау, у них уровень технологий по сравнению с нами сильнее. Я в шоке. Давайте мы, кстати, с нашими союзничками... Так. Что... А, вот так, да? Все, понял. А то я уже испугался, думал. Так, что тебе передать? Давай ежемесячный взнос этого.
Не хочешь, что ли? Редкий ресурс, газики, о, все, прекрасно. На 30 месяцев. Есть у тебя что полезного? Ну, маловато, но пойдет. Так, дальше. Вы. Посольство можно отозвать уже. Да, посольство нам не надо здесь уже. Так, мы и так с вами... Нет, пока мы не обмениваемся с вами исследованием. Ну, у вас тоже их мало. Я им просто предлагаю свои исследования. Ну, окей. Хорошо, посольство. Котиком поставим пока. Что нам? Так, все. Ждем, пока поисследуются обломки. Я, наверное, даже на паузу нажму. А, нет, можно уже на паузу не нажимать. Можно уже, я думаю, серию просто закончить на этом. Да, потому что затянулось, как обычно. Пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.